И когда наступает, чувствуешь некое облегчение. Все предвидел, теперь не надо и объяснять. Истина открывается, как разрыв, как кровотечение. И не скрыть, не вытерпеть, не унять. Смуглый юноша по утрам расправляет простыни. Оставляет нам фруктов, что накормили бы гарнизон. Где вы были в последние дни земли? Мы жили на острове, брали красный арабский Мальборо и глядели на горизонт. Мы шутили, не будет дня, когда нас обнаружат взрослыми. Ничего живого не уцелеет уже вокруг. Что вы знали об урагане? Что это россказни для туристов, жаждущих приключений, и их подруг? Ровно те из нас, кого гибель назначит лучшими, вечно были невосприимчивы к похвалам. Что вы делали в час, когда туча закрыла небо? Обнявшись, слушали, как деревья ломаются пополам. Вспоминали по именам тех, кто в детстве нравился, и смеялись, и говорили, что устоим. Старый бармен, кассу закрыв на ключ, не спеша отправился ждать, когда море придет за ним.